Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Как вы уже поняли из названия видео, это покупка коробочки с косметикой. После очень-очень длительного перерыва я не заказывала подобные коробочки уже, наверное, года три, если мне не изменяет память, потому что у меня накопилось уже столько продуктов, что я не знала, куда их просто деть. Да и, честно говоря, просто на тот момент как-то поднадоело. А тут я зашла на сайт и увидела, что у них теперь не просто коробочка одна и какая-то там лимитка, которую обычно днем с огнем не сыщешь, не достанешь и не успеешь заказать. Огромное количество коробочек. Я сначала в корзину себе три накидала, потом думаю, нет, начну с одной, посмотрю, что там на данный момент в эти коробочки кладут, какое наполнение. Коробочки и для мужчин, и коробочки смешанные, то есть и для женщин и мужчин в одной коробке, и коробочки с продуктами для губ, то есть помады, и такая коробочка, как у меня. В общем, такое огромное количество. Я так понимаю, что теперь на сайте реально очень большой выбор. Можете выбрать, в общем-то, для макияжа глаз, для макияжа губ, для какого-то общего макияжа, ну и так далее. Давайте начнем. Да, кстати, еще такой небольшой один момент. Может быть, кого-то это заинтересует, потому что, как показывает практика и комментарии, почему-то людей очень интересует вопрос, прислана косметика на обзор или куплена за свои деньги. Так эта коробочка куплена за мои деньги. Это видео не обзорное, не оплаченное. И, в общем-то, вот такие вот дела. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут такое. Во-первых, вот такое оформление. Ну, как обычно, коробочки. Мне нравятся такие коробочки, в них потом очень удобно хранить косметику. Как обычно, брошюрка с описаниями продуктов. Здесь, кстати, почему-то в этой брошюрке описаны не все продукты, а только 5 средств. Хотя наполнение коробочки значительно больше. Ну, давайте начнем, и я буду попутно читать, если и здесь есть описание, цену и, собственно говоря, может быть, какой-то состав. Итак, первое, что мне попадается в коробочке, это экспресс-маска для глаз «Орхидея» и «Гибискус», укрепляющая от мимических морщин, лифтинг, мгновенное действие. Я так предполагаю, что здесь маска одна, но вот здесь вот почему-то указано, что цена маски 735 рублей. Если честно, это абсолютно невероятно, потому что Дизао, в общем-то, фирма не очень дорогая. Я думаю, что, может быть, набор из каких-то там масок, такая цена у него. Ну, в общем, одна маска. Попробую, потому что старость, как говорится, не за горами. Такие средства лишние будут. Следующее, что в коробочке я здесь нашла, вот такая вот миниатюрка. Мицеллярный раствор от фирмы Эколаб. Такая а-ля натуральная фирма и содержит 95% ингредиентов растительного происхождения. У меня был подобный мицеллярный раствор. Он мне, в общем-то, очень понравился и кожу мою не пересушивал. Следующее, что было в этой коробочке, не заявлено в брошюрке, это очищающая пенка для зубов и десен. 2 в 1 от фирмы Сплат. К фирме Сплат я, кстати, очень хорошо отношусь. Такая пенка у меня будет теперь впервые. Я, честно говоря, даже и в магазинах такую пенку не встречала. Несколько раз нажмите на дозатор, в течение 5 секунд подержите пену во рту. Сплюньте, не глотайте. Какие подробности? Споласкивать водой не нужно. В общем, я попробую. Для меня это, ну, достаточно интересный продукт, если честно. Следующее, что мне здесь попадается, это лак от... Я боюсь, честно говоря, неправильно прочитать. Лак от фирмы Богемия. Professional. Лак для ногтей, 250 рублей его стоимость. Цвет, на мой взгляд, очень... Я люблю такие вот коричневые, какие-то такие пыльно-приглушенные оттенки. Сейчас, правда, у меня ногти все переломанные в свете некоторых событий. Красить мне тут особенно нечего, но как только немножечко они отрастут, я обязательно попробую. Здесь большой очень объем, то есть такой хороший тюбик. Следующее, что я вам хотела бы показать, это средство, тоже не заявленное в брошюрке. Это BB-крем классический от фирмы Garnier в оттенке Light Clear. Мне очень нравился BB-крем, который, по-моему, для сухой кожи, вот в узком, в таком тюбике. Но он, то ли он в упаковке окислился со временем, что с ним произошло, и для меня он стал настолько желтым, у меня как маска такая на лице желтая. И я его благополучно выкинула, но, в принципе, очень хорошо, кстати, отношусь к вот BB-крем от фирмы Garnier. Вот такой не пробовала, попробую, если понравится, расскажу вам в видео. Следующее, что мне попадается здесь, это, здесь, кстати, как вы видите, ну, полный комплект для макияжа, можно сказать. Три карандаша-лайнера. Значит, первое – это лайнер для глаз от фирмы Lavelle. После долгих манипуляций я все-таки
открыла эту подводку. Ну, в общем, обыкновенный фетровый наконечник, достаточно толстый. Я не очень, честно говоря, люблю такие подводки. Боже, какой ядреный такой черный цвет. И тут явно жидкости достаточно много. Рисует, в общем-то, по крайней мере, на руке без пробелов. Ну, я попробую. Я не очень, вернее, совсем не знакома с фирмой Lavelli, но знаю, что фирма достаточно бюджетная. Следующее, это как раз таки, давайте здесь вот прочитаем, подводка фломастер для бровей от Eva Mosaic. Сейчас тоже будут, видимо, какие-то долгие манипуляции с открытием. Запечатывают, потому что, конечно, на совесть тут все, чтобы не растеклось, видимо, и не повредилось при транспортировке. Ну, мы с вами, видите, пока разговаривали, в общем-то, я и все открыла. Так, четкая линия, непрерывность нанесения и эффект татуажа. О, боже, ничего себе. Вот такой вот кончик, очень толстый тоже фетровый наконечник и срезанный кончик, похож на некоторые карандашики для бровей. Давайте попробуем нарисовать. Ну да, такой будет прям эффект татуажа. Вижу тут рыженький пигмент. Не знаю, насколько идеально, скорее всего, совершенно не идеально подойдет мне. Но я попробую. Мне, по крайней мере, интересно всегда протестировать вот такие вот маркеры на предмет стойкости. Следующее, что хотела бы вам показать, это карандаш в оттенке 47 от, тоже боюсь я исковеркать фирму, Provoc. Стойкая гелевая подводка карандаш. Эластичные карандаши позволяют создать четкие ровные линии, которые не расплываются и не смазываются. Стоимость здесь указана 425 рублей. Ну и давайте также попробуем нарисовать линию на руке, посмотреть. Достаточно мягкий, рисует без пробелов, очень приятный такой кремовый карандаш. Я думаю, что он будет прекрасно очерчивать губы. Попробую тоже, оттенок, в принципе, тоже, мне кажется, подойдет для всех темных помад. И последнее, что вам хочу сегодня показать, как ни странно, но тоже не указаны в брошюрке средства, это тени от фирмы NYX, такая вот четверочка. Знаете, я пока, наверное, не буду ее открывать, потому как в ближайшее время у меня будет конкурс в Инстаграм. Правда, подарки я уже выбрала, уже купила, но мне кажется, это будет неплохое дополнение, потому как мне, конечно, очень интересно, любопытно протестировать эти тени, но, честно говоря, оттенки не мои, то есть вот светлыми и зелеными оттенками я не пользуюсь, поэтому жалко открыть, там, знаете, сделать свотчи и, в общем-то, положить ее в ящик. Возможно, кому-то пригодится больше, чем мне, поэтому, скорее всего, тоже будет принимать участие в розыгрыше. В Инстаграм, в конкурсе, здесь указан у нас номер FTSP02. В целом, мне кажется, у кого вот коричневые глаза, палетка может стать такой очень-очень универсальной. Потому что здесь и коричневый оттенок, и такой красноватый с блесточками, и зелененький, и светленький, который, в общем-то, используется практически при любом макияже. Вот такая была коробочка. Я лично считаю, что наполнение прекрасное. Цены, кстати, на эти коробочки на сайте абсолютно разные. Там от 590, по-моему, рублей до 3000, 3,5 даже. Но там огромные коробки с косметикой. Там прям какой-то вообще... Я обалдела, когда увидела, сколько там косметики за эту цену. В общем, вот таким образом выглядела коробочка. Мне наполнение понравилось. Я считаю, что оно достаточно достойное для того, чтобы протестировать. Тем более, такие продукты, как и подводка для губ, для глаз, для бровей. Все это может пригодиться для повседневного макияжа. Вот такое вот у меня сегодня получилось видео. Я найду, обязательно оставлю ссылку именно не на сайт New Beauty Box, а именно вот где прям представлены все коробочки, чтобы вы смогли посмотреть. Так что обратите внимание на информацию под этим видео. Я надеюсь, что вам сегодня было со мной не скучно разбирать эту коробочку. И хорошего вам дня или ночи. На сегодня все. Пока.